Если вы столкнулись с такой проблемой, что вы добавляете карту Apple Pay и вы не можете ее просто прикрепить, есть банальное решение, я просто сам себя ржал. Досмотрите видео и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Смотрите, друзья, есть несколько способов добавить карту Apple Pay. Что такое вообще Apple Pay? Это бесконтактная оплата. Как она работает? Это в устройстве, в телефоне, у нас же есть чип NFC, на часах есть чип NFC, уже в кольца везде эти пихают, в общем, чипы NFC, они есть везде. Все понятно, как это работает. Но, чтобы оно работало, нужно прикрепить карту. Карта должна быть действующая, не просроченная, потому что она не будет функционировать. Итак, давайте же приступим к всем нюансам, чтобы было все понятно. Итак, смотрите, ситуация проста. Мы переходим в настройки, вот, опускаемся вниз, ищем Wallet и Apple Pay. То есть нам нужно добавить карту. У меня с PrivatBank'ом никаких проблем не было. Вот здесь сейчас высветится ранее добавленная карта, которую я добавлял. И, ну, это мы потом приступим к этому. То есть смотрите, как это работает. Нажимаем «Добавить карту», нажимаем «Продолжить», сканируете, если она у вас есть, если же нету. Вводите фамилия, имя, номер карты вписываете, допустим, там 123, 12345, та-та-та-та-та-та-та, примерно такие цифры. Нажимаем «Далее». Я использую Monobank. Сейчас я введу существующие данные, там, CVV-код обязательно. Жмем «Далее». И у меня постоянно выбивало ошибку. Смотрите, некоторые банки предусмотрено то, что оно здесь добавляется. Но я всячески перезагружал устройство. И уже включал службы геолокации. И пробовал позже. И повторял. Но на самом деле для монобанка это действует совсем иначе. То есть смотрите, как это делается. Мы выходим, заходим в монобанк. Заходите на карту. Ищите подпункт налаштования вот Apple Pay. Жмем сюда. Все, Add to Apple Wallet, нажимаем продолжить, она автоматически здесь уже регистрируется именно с банковской системой. Почему так? Потому что это онлайн банковская система, физически ее нет, то есть карты как бы нет на руках, и поэтому она так и авторизируется. С PrivatBank'а вы можете и так, и так. Но вот такая вот беда. Может быть, у кого-то точно так же. Все готово к использованию, никаких проблем нет. Идет дополнительная верификация. Все уведомления видите. Нажимаем «Готово». Все. Мы сейчас можем перейти обратно в настройки и видеть то, что все, она здесь отобразилась. Ничего сложного нет. Ну вот и все, друзья, как сами все видели, все банально. Просто есть некоторые банки, интернет-банки, которые физически не существуют. И у вас есть карта, вы можете заказать, но по факту из таких интернет-банкингов вы добавляете именно самого уже приложения. Я просто забыл, Monobank все-таки для меня лучшая система, потому что много бонусов, много кэшбэка и так далее, и так далее. Если вам интересно, ныряйте в закрепленный комментарий, там все эти есть полезные ссылки на все банкинги с бонусами и так далее, вам понравится. И точно так же рекомендую посетить мой телеграм-канал для заработка, кому, конечно же, интересно. Вот и все, друзья, я думаю, видео было довольно продуктивным, полезным. Банально просто это все решается, я очень долго, конечно, с этим боролся, просто часто сбрасываю настройки, поэтому приходится перекреплять карту. И забыл, бывает, поэтому я думаю, кто-то вообще не знал, а кто-то точно так же забывает. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии, дальше больше, скоро увидимся.